Всем доброго времени суток, с вами Диман Спарта, я наконец-таки вернулся. Да, конечно, извините, что долгое время не было видео, но я решил немножко подпариться, и наконец-таки можно услышать то, что творится у меня в игре. Чтобы не было это никак не подло для вас. Те, кто меня смотрят, и те, кто были подписан. Сейчас только сделаю звуки потише. Хотя где-то процентов 40. Опа. То раздражать будут. Вот, наконец-таки я вернулся. Я буду теперь делать видео больше, потому что у меня стоит теперь Windows 7. Неужели я его переустановил? Вот с этим долбанным XP я не мог записывать видео очень хорошо, и у меня FPS теперь держится не 20, а 30. Короче, все замечательно теперь стало. Я так этому рад сейчас. Кстати, раз у меня теперь Windows 7, я могу записывать звуки игры, а также еще звуки скайпа, то ждите, в скором времени буду записывать кооперативы. Так что, если что, готовьтесь к небольшим таким резким, скажем, обновлениям. Так что, если что, не удивляйтесь. Сразу говорю, что в подкасте я говорил о том, что я снимаю хардкор. Так вот, дорогие мои друзья, хардкор карту я потерял. Да, извиняюсь, серьезно. Я не хотел ее терять. Я знаю, я уже там хоть чуток доразвился, но так как я ее потерял, мне придется вот заново все вот это вот проходить. Так что я сейчас планирую снимать Суро в одиночке. Хардкор. Ну и ждите в скором времени кооператив. С кем я буду кооператив вести, я вам не скажу. Да, я скрою от вас такую небольшую тайну. Но все, что скажу, этого человека я знаю давно, значит, думать вам долго, кто это может быть. Ну, я думаю, многие из вас даже просто забьют на это все. Итак, наконец-таки мы приступаем к такой стадии, как развитие. Крафтим себе кирочку изначально. Время копать. Да, согласен с тобой. Будет такое у меня немножко необычное дерево. Оно будет окопано. Так, все. Думаю, вот этого вот хватит. Так, пойдем добудем чуток камня. Самое главное, вот эту кирку сохранить будет надолго. Первая, блин, кирка на карте выживания. Это классно. Да, кстати, я вот пока веду летсплей, все равно вам не интересно, что тут я делаю. Я спрошу у вас, в комментариях будете писать, что лучше еще снимать. Ну, в Майнкрафте или в какой-то другой игре, потому что я наконец-таки могу это делать. Только учитывайте, что само мое железо очень старое, и, возможно, не все игры тянет. Так что тоже берите это как бы в такой небольшой расчет. Я, возможно, кого-то огорчил тем самым, потому что хотели предложить какую-то там офигенную игрушку поиграть, но узнав, что у меня не потянет, некоторые уже огорчились. Ну ничего. Да, я не нашел в шахте изначально уголь, значит будем делать сами его. Так, надо еще пару палочек. Так, секунду. Скрафтим себе улучшенные инструменты. Топор. Надо еще пару палочек. Ну, не пару, а еще достаточно. Да, ачивки неудивительно, что у меня вот так вот появляются, потому что... Я уже сказал. Я профукал
Все то, что я до этого делал, хардкор снимал. Так. Добудем дерево. Пожалуй, вот это. То мне жалко, оно будет таким святым. Я его потом как-нибудь приукрашу. Блин. Какой я маленький все-таки. Так, сейчас пойдем делать уголь. Конечно, кто-то не знал, но вот так тоже можно делать уголь. Ну, я уверен, что многие это знали. Что из цельного дерева можно сделать офигенный уголь. Ну, не офигенный, он будет как и все угли. Просто он прикольный тем, что... И он... Его легко найти. Вон сколько такого угля. Кругом, вокруг, везде. Ну ладно. Так, нам нужен уголь. И пойдем спускаться вниз. Так. Думаю, 4 уголька хватит. А, мне же еще, блин, из крафтить фитлов надо побольше. Я у вас половинку пофискую, товарищи. Мои родственники. Так. Пойдем-ка мы майнить. Теперь. Да, надо будет. Самое главное не забыть про хавчик, а то, блин. Я пойду сейчас, блин, майнить. Да как чел этот истощится весь. Будет не сладкое дело. Так, сейчас ведем вот сюда. Вот. Еще пару блоков вглубь. И начнем вот так вот долбить. 3 на 3. Так, далеко, далеко, пока не встретим воду или... Опа. Что-то у меня немного подзавис Майнкрафт. Видимо, что-то у нас случилось. Ну, ничего страшного. Неужели я вернулся? Так. Ладно, мы долго в этих шахтах не будем виснуть. Нам надо будет пойти создать свой первый дом. А я не хочу, чтобы он был рандомным калом. Поэтому будем его создавать красивым. Ну, пожалуй, ночь все равно придется провести здесь. Немного скучновато. Ну ладно. Железо, железо. Yes. Ну, его не так много, как хотелось бы. Жесть, железо! А, вот это четко. Окей, так. Нам хотя бы 300 камня добыть, и нам будет потом пойти нарубить дров. Чтобы сделать еще больше угля. Да, кстати, одно я хочу сказать вам, что минус древесного угля и обычного угля. Их нельзя соединять в одну ячейку. Да, вот это вот весь их минус как раз вот идет. Чтобы в одну ячейку их не соединить. О, блин. Свинюшек жалко будет убивать. О, у меня у них сейчас уже голод. Потихоньку, потихоньку наступает. Стоп. Только садится. Пойдем нарубим дров. А лучше всего добывать дерево, которое мне вообще никогда будет не нужно. Но хотя вру. Возможно, когда-нибудь мне это дерево еще понадобится. Ну, когда я буду уже развиваться только. А пока мне нужен уголь, 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 уголь. Так, давай мне еще угля, не жадничай. Так, надо еще пока... пару печек скрафтим. Так, вот с этого угля... пару угольков хватит.
Окей, надо пойти еще нарубить дров. А то вот того, что я... Да, хорошее дерево, хорошее. Блин, на тебя только одни саженцы. Хорошее дерево. А не яблоко. Я тут как голодаю. Как бы. Я сказал, дай сажен. Что ты? Дай яблоко. Спасибо. Ладно. Где это чертово дерево начинается? Надо его срубить и отправить на уголь. Все, нет, стоп. Это какое? А, это. Да, это можно на уголь, да, реально. Было бы это обычное дерево, я бы на уголь бы его не потратил. Вот это может тоже судить. Ай, чёрт, я на лямку залез. Ладно, пофиг, тогда вот так. Так, лишь бы не умирать мне сейчас. Потому что угля у меня мало. О, хватило. Ладно, но не будем пока тратить. А переплавим камушек. Камушек, 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 камушек. Так. Впереди целая ночь. Что поделать бы. Переплавлять все равно будет долго. О, дай. Надо будет до них добраться. В первый же день будет получить первую свою пластинку. Будет классно, как бы. Только я боюсь, что... Не доберу. Да! Стоп, а какая у меня сложность? А, нормально, для нормального. О, крипер, крипер, правильно, правильно. Ты первый должен был меня заметить. Оу, а ты меня вообще не должен был видеть. Пошел в жопу. А! Сучонок! Пошел, пошел, пошел вон! Пошел вон. О, нет. Нет, 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 не опять только не лаги. Фак. Что-то надо делать с Майнкрафтом. Блин, это сейчас небезопасно из-за этих чертовых лагов. Ведь он сейчас рванет. Будет. Оу, черт, мне нужен скелетон. О, братец, скелетон, нужна твоя помощь. Срочно, потому что ты придурок косой. Блин. Секундочку. Так, надо было мне перезайти. Ай, да. Фак, 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 фак. Нет, 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 не смей. Я еще молод, чтобы умирать. Черт, надо вернуться обратно. Фу ты. В первую же ночь не хочется быть что-то убитым. Ладно. Пожалуй, лучший вариант для меня это пойти обратно в шахты. Но у меня, блин, голод. Даже... Я вот что там чихаешь. О, дерево. Свинюшки, свинюшки. Простите, свинюшки, мне придется вас убить. Я знаю, что я поступлю очень подло. Но мне нужна хавка. У меня пол сердечка. Я должен выжить. О, еще тростник. Ну, у меня скоро будет у себя. Так, тростника много. Свинья, ты же не против? Да. Ой-ой. Меня сейчас эндеру, наверное... Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, только не ты. Эндер, уйди, пожалуйста.
Это запретная территория. Здесь не должны спавниться мобы. Враждебные, конечно. Здесь спавнится только моя еда. Не возник. Ух ты. Эндер, спасибо. Что ты меня так часто отвлекал? Ладно, эту синюшку не буду убивать. Пускай живет. А вот тростник начинает расти. Да-да. Раздражает этот звук. Стонет. Так, ладно. У меня же где-то был уголь. Да тут одного уголька хватит. Потому что один уголь может переплавить от... Где-то один уголь вроде переплавляет одну... Один, точнее, или пять каких-то там любых блоков. Точнее, даже не важно, блоков, не блоков. Короче, вот так переплавляет. Жаль, вот так нельзя. Надо пофиг с собой подыскать. Да. Хлам, тогда все это. Скоро буду заводиться в жилище. В первую очередь надо перекусить. Ура! Я жив. А, вон та свинюшка, которая осталась единственным в живых. Надо будет ей найти потом пару. То одной как-то наверняка и там скотчем будет. Так. Как-то это очень странно. Ну-ка, если мы подойдем чуть-чуть поближе. Hello, мистер Зомби. А, вы ко мне в гости, окей. Проходите. Я надеюсь, вы с добрыми намерениями. Зомби. Что делаешь? Ты хотел меня сожрать. Да, я распустил. Да, твой... Да что такое? Блин, надо будет срочно искать старый клиент. Блин, ну это лагучий, ужасно. Так, ладно. Блин, до утра еще долго. Ладно, раз до утра долго, пойду вот на этот остров поставлю. Факел. Срублю деревьев и, может быть, начать наконец-таки строить свой дом. Думаю, до утра мне все равно делать нифига реально. Там еще мне пишут в скайпе. Надо будет тоже пойти поразговаривать. Так, все, добыли. Так, сколько у нас этого дерева? 16 штучек. Нет, вот дерево как талисманное, я не буду его срубать, оно мне дорого. И под ним находится первая моя шахта. О, вот туда мне сейчас надо. Мне нужна костная мука, чтобы я нарубил больше деревьев. Ох, уже скоро утро. Ах ты. What the... А, окей, это была лиана. Ой, я. Как это? Так. Блин, ты мне не дал того, что я хотел. Ты должен мне был кости дать. Мне косточки ваши нужны. Ох ты! Madness! No! Fuck!
что за... Ладно, я вернусь домой лучше. Они мне не дали того, что я хотел, но зато меня чуть не убили. Вот за что, наверное, многие любят криперов. За их такую няшность взрывную. Ладно, сколько тут ко мне понапереплавлено, пофигу. Я начинаю, короче, все строить домик. Так, ладно. Тут сейчас поблизости, когда буду 7 земельку. И начну свой дом устраивать. Ура! Конечно, землю добывать, по-моему, это слишком скучно. Ну ладно, сейчас добудем ее чуток. Думаю, что тут нет никакого злого админа, который наругает меня за это. Так. Цветочки пособираем. Может, если на говячий красную шерсть буду все делать. Блин, у Бендера, блин, услышал эту музыку. Да, он надо посрывал. Уделась музыка. Так, вот, все. Так, надо весь терять. Так, надо еще побольше песка, ну, вон там тут еще песочек. Сейчас мы тоже выкопаем. Так, ладно, кошек верстаком, мне уже пофигу. Все, можно теперь начать. Основание дома. Хотя бы для временного дома тоже будет. Это прикольно. Так. Ладно, я думаю, хватит мне такого. Оно же игра не на сервере. Ну какая разница? Мне дом. Конечно же мне. Так, ладно. Черт, уже первый стак камней закончился. Офигеть нужно. Так, так, мы сделаем такие вот конструкции. Это на окна разбить надо будет. Так. Окей. Так. Так. Так, мне хватит 4, 4, 10. Так, думаю, хватит теперь. Стеклышко, стеклышко. Ладно, стеклышко там еще готовится. Переносим все остальные. Так, стоп. Так, поставим вот тут печки. Здесь вот. Здесь вот верстачок. Ладно, сейчас добываем рядом дерево, и вот как раз вот все-таки оно оказалось нужным. Чё-то так быстро это дерево. Мы из него сделаем... Нет-нет-нет, священное дерево. Я нашел его. Но мне еще понадобится, конечно.
Оцелоты. Вон овца. Надо будет ее как-нибудь там собрать к себе в гости. Так, вот что я, да. Думаю, вот этого дома мне хватит. Так, ну как там стеклышко поживает? Все, приготовилось. Так, переносим все это в дом. Здесь стекло, тут стекло. Тут такая рама. Тут рама. А? Какого? Да, это я посчитал криво. Фигово из меня математик. Хотя математику я так-то знаю. На 4. А что-то я не рассчитал. Чуток. Так, трех стекол не хватает. Хотя нет, стоп. Сейчас пока снесем. Из этого мы сделаем пол себе. Так, сейчас тут раскопаем. Надеюсь, то, что я сделал, дерево должно хватить. Мне еще крышу как бы сделать. Вот, это не сломалось. Как я тобой дорожу. Точнее, горжусь. Черт. Блин, мне бы еще чуток, я бы мог бы даже сделать себе крышу. Сколько мне сильно-то не хватает? Прилично. Блин. У меня даже нечего тут положить. Ладно. Обычное дерево. Окей. Здесь же было как бы дерево джунглей рядом. А вот дерево джунглей как раз. Так, ладно. Ай, упал. Так, тратим последнее свое дерево. Вот, ровно на все хватило. Ну, конечно, не на совсем все. Но сделаем вот так. Скрафтим свой сундучок. Ставим его здесь. У меня аж 3 печки должно быть. Да, 3. Самое здесь. Так, выложу все, что... Нет, стоп, тростник надо пойти посадить. Это все выложим. Вот это наш хавчик. Не сам, конечно, приятный. Ну, да ладно. Так. Окей. Да ладно, и стальки тростника хватит, что просто. Так, освещаем домик. Здесь факел. И вот здесь парочку еще снаружи.
даже полностью симметрично. Ай. Попробую сделать. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Диман Спарта, который наконец-таки вернулся, который засранец, который не делал 3 недели ни одного выпуска. Еще раз всем спасибо за просмотр. Если нравится, лайкните видео, подписываться на ваш чисто вкус или выбор. Ну, в целом это все. Всем давайте, покеда.